Накануне вечером в результате ДТП пострадал первый в этом сезоне мотоциклист. Происшествие случилось на улице Герцена. Здесь 77-летний водитель легкового Hyundai выезжал из дворов на главную дорогу и не пропустил двухколесный транспорт. Возможно, пожилой человек не заметил мотоцикл из-за того, что байк двигался с высокой скоростью. Пострадавшего мотовладельца увезла машина реанимации. Как рассказывают очевидцы происшествия, у него повреждены нога и плечо. Установлено, что оба участника ДТП были трезвы. Сегодня утром на Красном пути в районе Аграрного университета «Лада» 10-й модели угодила в кювет. Автомобили здесь часто съезжают с обочины и попадают в ров. Задний бампер у машины треснул. Сам водитель не пострадал. От комментариев он отказался. Его друг рассказал, что молодой человек спешил на работу. Спешил, да, сильно? Нет, ехал по правилам 50 км в час. А как свалился ты тогда? Ну, не знаю, не рассказал мне еще. Не рассказал еще? А вообще ездит аккуратно? Конечно. В этом месте машины съезжают в кювет чуть ли не каждую неделю. Последний случай, со слов очевидцев, был 2 дня назад. А зимой с промежутком в 3 недели в ловушку попало 2 автобуса.